Друзья, всем привет! Я нахожусь в городе Донецке. И сейчас хочу вечерком порыбачить. Взял с собой свой спиннинг. В общем, все, что будет интересно, я буду показывать. Сегодня днем была просто сильнейшая жарища, около 40 градусов. Вот сейчас немножко попрохладнее, ближе к вечеру, но все равно очень жарко. Там вот я смотрю, несколько рыбаков сидит на доночке, я так понял. Не знаю, клюет здесь что, нет, поймаю что-нибудь, непонятно пока. Ну, в общем, буду пробовать, чем в гостинице сидеть. Лучше я вечер на свежем воздухе проведу. Это набережная города. Все благоустроено и симпатично. Вот рыбаки. Буду я рыбачить сегодня на свой travel spinning Кайда Галант. 210 сантиметров его длина. Тест 7,28 грамм. И взял с собой катуху Шимана AX2500FB. Вот так вот сейчас сделаем. В одном там видео меня спрашивали про этот спиннинг, можно ли его брать в ручную кладь в самолет. Отвечаю, да, можно, без проблем. Провозишь его, никаких вопросов не возникает. Я его и в Турцию брал, и еще раз возьму. Поэтому за границу тоже можно брать. Рыбачить буду на отводной. Начну с отводного, а там посмотрим. Так, пока тишина, поставил я, друзья, ларву. Она меня уже спасала как-то, было дело. Так что попробую сейчас на нее. Поклевка опять была, пощипывает. Что-то есть, ребятки. Есть, полосатик есть. Ничего себе. Ничего себе. Вот он. Донецкий полосатик. Схватил. Есть. Нашел стайку, по ходу дела, ребятки. Опаньки. Акушарик. Еще один. Такого же размера. Но приятно так, вечерний денечек. Ох, как прям чуть-чуть зацепился. Посмотрите. Наверное, я не буду уменьшаться. Может быть, и крупнее шарахнет. Ну, вот такой вот окушок. Небольшой. Так что вот так вот, друзья. Вечерочек.
окушок поклевывает. Тут эти судачок есть, кстати говоря, и неплохой судак есть. Ну как неплохой? Протокольно, но ближе к 30 сантиметров видел я отчеты. Вот окушок стоит на этой бровке. Она прям чувствуется. Каменный или ракушечник, непонятно. Там и происходят поклевки. Но прекрасно чувствуется этим спиннингом. Каждое изменение передается в руку. Не знаю, там что говорил про него кто. Поклевочка. В принципе, наверное, не буду меньше ставить, по крайней мере, пока. Так вроде берет. Клевка была. Есть. Вот такой окушок. Есть. Слушай, ну ларва становится моей любимицей. Однозначно. Тоже небольшой. Но все равно ж приятно погонять окушков. На ларву половили. Сейчас поставлю такой вот виброхвостик. Вода мутная, может быть, на яркий цвет лучше будет отзываться. Хотя на ларву неплохо я поймал несколько штук. Сейчас посмотрим. Есть, по-моему, ребятки. Небольшой что-то, ага. Есть кушок. Вот он. Заглотил-то, нифига себе. Тут он заглотил. Такой вот небольшой кушок. Целиком ушла вся приманка. Не пасть у тебя, господин. Ладно, плыви. Плыл. Ну, хорошо. Все. Это приманка
тоже разловлено. Это хорошо. Пришел вот на такую платформу. Тут, по ходу дела, сразу глубина идет. Основной отводной поводок я оборвал. Сейчас будем пробовать. Есть. Должен быть, ребят. Угу. Вот он, полосатик. Полосатик. Зеленая тоже ему по вкусу. Вернулся я на старое место, короче. Чего, цепишься сам? Нет. Нет, цепишься. Вернулся на старое место, клюет только здесь, на этой точке. С внешней стороны подсекся. Давай, что ты? Давай, давай, давай. Аккуратненько. Оба. Все, гуляй. Ну что ж, друзья, я собрался домой. На этом все. Рыбалка более-менее получилась. Рыбку поймал. Несколько штук полосатиков. Размер, правда, не очень презентабельный, но какой есть. В знакомом водоеме я и этому рад. Ходите на рыбалку. Всем пока. Всем удачи.